О своей школе могу говорить многое. Мне все здесь нравится. Здесь много друзей. Моя лучшая подруга Ксюша. Мы с ней вместе гуляем. Дружба – это когда доверяешь, веришь человеку. Когда просто хочется быть с ним рядом. А еще мне нравится наш проект, в котором мы говорим свои мысли, и нас записывают на телевидении. У нас в школе самая лучшая столовая. Здесь мы обедаем и завтракаем. Здесь ученики проводят перемены, общаются и отдыхают. А работники столовой учеников встречают с улыбками. У нас царит атмосфера тепла и домашнего уюта. У нас в 7-й очень умные учителя. Они нас не просто дают знания, они нам учат эти знания находить. Мы уже умеем составлять схемы, опорные конспекты по параграфу. Это жуть как нравится. Представляете, когда уходите с урока, а у вас в тетради модель по теме, которую ты сделал сам. А еще у нас в 7-й есть учителя-мужчины. 2 математика, историк и информатик. Короче говоря, классная школа. Школа – это начало нашего взросления. 6 лет назад мы маленькими неумелыми пришли в 1-й класс. Наш первый учитель, как и мама, учила нас сидеть за партой, красиво писать. А еще мы узнали, что наша 7-я школа социального становления учит нас жить в обществе. В городе 8 школ, но наша самая лучшая. Она рядом с домом, она просторная, здесь лучшие учителя, лучшие команды КВН. Из ее окон виден мой дом и лес, где я гуляю с друзьями. Я люблю ходить в школу по четвергам, потому что в этот день проходит технология. Это один из моих любимых предметов. На уроках мы, как взрослые, пилим, делаем нужные вещи и подарки для близких из дерева. Например, я недавно сделал ключницу, и ее поставили на выставку. Этот год – год учителя и наставника. А наш учитель технологии Алексей Константинович для меня не только учитель, но и мой наставник. Говорит 7-я. Так называется наша школьная газета и наша страница ВК. Здесь можно узнать обо всех новостях. Как живем, что делаем, чем занимаемся. Также можно узнать, как открыли с помощью старшеклассниц и нашему мэру танцевальный класс. А еще можно узнать, как мы проводим классный час, разговоры о важном. Я горжусь тем, что учусь в 7-й советской школе. Ведь у нас есть каток, на котором мы всю зиму катаемся на коньках после школы. Еще у нас есть лес нашего 5-го микрорайона, на котором мы проводим день здоровья и зорницу. Но вот недавно мы ходили в зимний поход, на котором мы катались с горки на тюбах, а наши родители помогали нам готовить шашлыки и сосиски. А впрочем, мы довольно самостоятельные, сами дежурим, делаем друг другу подарки. Этот год очень важен для всех. Этот год учителя и наставника. Учителя 7-й не просто учителя. Они наши наставники, те, кто учит жить, быть добрым, учит сомневаться и находить правильные ответы. Они наши друзья, потому разделяют с нами и печали, и радости. Вот наша Татьяна Викторовна ведет историю и ведет нас в мир исторических событий. Знаешь историю, научишься строить будущее. А на литературе мы учимся быть честными и счастливыми. Я очень горжусь своими учителями и люблю их. Я люблю свою школу, она лучше, потому что в ней лучшие учителя. Вот учитель географии Галина Александровна, она почетный работник Иркутской области. Знаете, как красиво в кабинете географии, как уютно. Благодаря учителю я люблю предмет географии.